Пожар в техническом университете. Возгорание случилось в здании химико-технологического факультета. Сотни студентов эвакуированы. Некоторые выйти самостоятельно не смогли. К счастью, это всего лишь легенда учений, которые проводили сегодня сотрудники областного МЧС. Учения еще толком не начались, а некоторые студентки технического университета уже мечтают быть спасенными. По тревоге юные леди покидают здание химико-технологического факультета. На улице многие девушки признаются, пожарные им нравятся. Мужественность. Мужественная профессия очень. А еще? Форма у них красивая. На улицу выводят около 300 человек. К зданию подъезжают первые расчеты. На проверку оборудования у пожарных минута. На его развертывание не больше 3. По легенде, возгорание случилось в химической лаборатории на верхнем этаже. Площадь пожара примерно 20 метров квадратных. В здании остались люди. Пожарные заходят внутрь, разматывают рукава. В это время с улицы на помощь отрезанным огнем поднимается автолестница. На условных пострадавших надевают спецодежду, чтобы защитить от едкого дыма. Почти такие же капюшоны есть на вахте учебного корпуса. Пожалуйста. Перед входом уже развернут оперативный штаб. Всю информацию, которую пожарные передают по рации из здания, маркером наносится прямо на поверхность стола. Здесь же рисуется условная схема размещения пожарных машин. Все данные передаются в штаб МЧС. Тем временем на последнем этаже действие продолжается. Деревянные столы и стулья – не самое страшное при пожаре. В этой лаборатории много химически вредных веществ. Люди могут просто отравиться их парами. Учения плановые, однако после пожара в начале года, который случился в здании общежития ГТУ, к учебному заведению у сотрудников МЧС повышенное внимание. Правда, более серьезных ЧП здесь больше не случалось. Тем не менее, замечания по противопожарной безопасности у проверяющих есть, но все они устраняются. Допустим, есть 20 замечаний, да? В этом году сделать 10. Пока этот график выполняется. Это и проходы, и загромождение территорий. Ну, даже та же некошенная трава вокруг корпусов. С поставленной задачей пожарные справились. Руководство высоко оценило действия подчиненных. Георгий Колчин, Александр Рябков. Оперативное вещание.